Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Иван Добролюбов. Я рад видеть вас на страницах своего блога «Разбор полетов». И сегодня мы детально разберем с вами проект по заработку на пеленгации. Сейчас я вам покажу, как можно зарабатывать на бирже пеленгации без навыков, хорошие деньги, и попутно буду рассказывать о самом проекте. Под данным видео нажмете вот на вот эту кнопку, после чего вам откроется сам проект, на котором мы с вами будем зарабатывать. Для входа на проект нужно подождать, пока сформируется индивидуальный вход на проект и появится кнопка входа. После чего нужно нажать на «Войти на проект». Вот мы находимся в рабочем кабинете. Я работаю здесь сегодня уже восьмой день, то есть восьмой цикл сегодня начну проходить. Это значит, что я уже как неделю зарабатываю и тестирую данный проект. И хочу сказать вам с полной уверенностью, что зарабатывать здесь можно и нужно. Проект стабильный, также стабильный и гарантированно платит. Итак, давайте начнем. Видите, пока я рассказывал, проект закончил процесс пеленгации, и мы, в принципе, можем начать зарабатывать, покупая и продавая пакеты пеленгации. Как я и говорил ранее, что сегодня я восьмой день работаю на проекте, поэтому я оставил на балансе 200 рублей, чтобы на первую покупку пеленгации не заводить деньги в проект, а оплачивать баланса. Вот давайте сейчас опустимся ниже. Вот тут находится мой баланс. Видите, у меня на балансе 200 рублей. Теперь давайте поднимемся выше, и порядок действий по заработку будет такой. На бирже мы покупаем, а на рынке продаем. Все очень просто, и проект подсвечивает, даже куда надо нажать, подсвечивает желтым цветом. Итак, заходим на биржу. Видим выставленные пакеты пеленгации 500, один из которых на выбор нам нужно будет приобрести. Вот стоимость пакета ПТ-500, она равна 198 рублей. Вот далее сумма, за которую мы можем продать пакет потом, то есть за 5000. А разница между покупкой и продажей и будет наш доход. Жмем на «Купить». Итак, далее я нажму на «Оплатить с баланса», потому как 200 рублей я оставлял, когда проходил седьмой цикл. А вы нажмете вот сюда и выберите любой из представленных других способов. Итак, покупаем. Вот, смотрите, нам нужно опуститься немножко ниже. Деньги с баланса мне списались, осталось всего лишь 2 рубля. Теперь вот чуть-чуть выше история моих действий, что я купил, и мой расход составил 198 рублей. Теперь посмотрим, слева подсвечивается желтым рынок. Чтобы нам заработать, нам нужно продать пакет пеленгации, который мы только что купили, ПТ-500, на рынке. Нажимаем. И видим цену, за которую мы будем продавать, 5000. Возврат – это то, что мы потратили на покупку. И прибыль – это чистый наш заработок за продажу данного пакета пеленгации, что составит 4802 рубля. Жмем на «Продать». Итак, мы успешно продали наш пакет ПТ-500. Вот смотрите в истории операций. И опустимся ниже, на балансе появилось 5002 рубля. Следующий пакет у нас ПТ-1500. Давайте перейдем на биржу сейчас. Стоимость его 500 рублей, а продать мы можем аж за 15 тысяч. Сначала нам нужно его купить, жмем на «Купить». Далее жмем на «Оплатить». Видим в истории операции, что успешно купили. С баланса деньги за покупку тоже списаны. И теперь нужно опять пройти на рынок, чтобы продать пакет и заработать. И на рынке продаем любому из представляющих желающих. Жмем на «Продать». Видим, в последних операциях продажа прошла успешно. Продали за 15 тысяч. Но как он стоил 500 рублей, чистый доход составил 14500. Ниже смотрим наш баланс. Там деньги начислены. На балансе уже 19502 рубля. Думаю, что всем понятно. Логика проста. Деньги вводятся всегда в торговле. То есть, чтобы зарабатывать, нужно купить, а потом продать. Все, по-моему, довольно очень просто. Сейчас я хочу закончить быстренько цикл 8. Чтобы его закончить, видите, мне еще нужно сделать две операции по покупке и продаже пеленгации. А потом же давайте я вам покажу, как выводить заработанные деньги. Итак, идем на биржу. Жмем «Купить». Жмем на «Оплатить». Видим в истории операции, что купили. Далее идем на рынок. Жмем на «Продать». Видим в истории операции, что продали успешно, и смотрим на балансе, у нас уже 48702 рубля. И повторяем операцию в следующей и с последним пакетом пеленгации в цикле 8. Идем на биржу, жмем на «Купить», жмем на «Оплатить».
После чего нам подсвечивает проект желтым. Следующее наше действие. Идем на рынок. Жмем на продать. Вот видим в истории операции, что все успешно прошло. Продали за 50 тысяч. И чистый наш доход составил 49 тысяч 1 рубль. И сегодня я заработал 97 тысяч 703 рубля. Ну, минус 200 рублей, которые у меня уже были на балансе. Вот нам проект пишет, что перед тем, как перейти к следующему циклу, необходимо вывести деньги. Что мы сейчас и сделаем? Нажимаем вот сюда. Итак, смотрите, у меня на балансе 97 703 рубля. И с этой суммы проект удержит 200 рублей. Чтобы когда я дальше работал, то я не платил свои деньги, а у меня их списывали с баланса, как я вам сегодня и показывал. Очень хорошо сделали, молодцы. Таким образом они стимулируют людей далее работать без хлопот и забот, так сказать. Итак, я буду вводить деньги на банковскую карту, поэтому ее и выберу. Далее ниже в окно вписываю свой номер карты. Если уже вы будете выводить на электронный кошелек, то ниже выберите кошелек и впишите свой номер кошелька. И дальше надо нажать на «Заказать выплату средств». Вот выплата началась. И вот смотрите, средства в размере 97 503 рубля успешно выплачены на мои реквизиты. То есть на мою банковскую карту, так как выплату именно на карту я заказывал. Проект удержал 200 рублей с меня на следующую мою работу, чтобы я не вкладывался своих денег, а оплачивал с баланса. Вот ниже можете посмотреть историю моего заработка. Деньги приходят быстро, выплачиваются стабильно. Сейчас открою вкладку своего онлайн-банкинга и посмотрим поступление. Вот смотрите, общий баланс карты мой за 8 дней работы на проекте. Вот сегодняшняя выплата в размере 97 503 рубля. А вот и остальные выплаты. Как видите, все платится. Ну, на этой нотке я с вами прощаюсь. Думаю, что всем все понятно. С вами был Иван Добролюбов, автор блога «Разбор полетов». Сегодня показал вам, как можно зарабатывать на бирже пеленгации. Присоединяйтесь. Под видео к данному виду заработка будет ссылочка. До свидания. До новых разборов полетов.